Всем доброго времени суток, вы на канале HardReset.info. Это телефон Xiaomi Redmi Note 4, и сейчас я вам покажу, как изменить рингтон на данном устройстве. Для этого мы заходим в настройки, выбираем пункт «Звук и вибрация», и в самом верху, в левой стороне, выбираем пункт «Рингтон». Тут мы можем выбрать один из трех стандартных рингтонов, или же перейти во все мелодии, выбрать какую-нибудь из этих мелодий, или же выбрать какую-нибудь свою песню, если она у вас есть. У нас песен, как я знаю, нету. Это тоже какие-то стандартные. Я же выберу себе мелодию из вот этих вот трех. Допустим, вот эту. Вот. Можно установить громкость нашего рингтона в данном меню. И, собственно, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч. Пока.